Сотрудники Харцизского трубного завода продолжают пополнять ряды общественного движения «Донецкая республика». Только за 9 месяцев, прошедших после перехода предприятия под внешнее административное управление, членами первичной ячейки ОДДР, созданной на ХТЗ, стали 238 трубников. С момента перехода Харцизского трубного завода под внешнее управление членами общественного движения «Донецкая республика» на предприятии в среднем становится 7 человек в неделю. Среди них как бывшие, так и нынешние работники ХТЗ. Большинство людей из тех, кому сегодня будут вручены членские билеты, это работники, вновь пришедшие к нам на предприятие. И их позиция еще раз доказывает, что путь и тот вектор развития, который поставлен общественным движением, выбрал правильный. И работа в тех ячейках, куда приходят новые люди, ведется также правильно, что у них есть желание вступать. Сегодня в торжественной обстановке членские билеты из рук секретаря Харцизского отделения общественного движения «Донецкая республика» Виктории Заливадной получили 5 работников ХТЗ. Конкретными делами общественного движения доказало, что способно брать на себя ответственность и принимать решения в самых трудных ситуациях. Авторитет общественного движения, его дальнейший успех во многом зависят от рядовых членов, их энергии, силы духа, верности общим идеалам и патриотизма. Вместе мы доказываем, что непреодолимых трудностей не существует. Всего за 3 года, прошедших со дня формирования общественного движения «Донецкая республика», ее членами стали более 190 тысяч жителей ДНР.